представила интересную новинку флакон Edge из глаз полимера. Благодаря двум эргономично округленным краям флакон идеально лежит в руке, а эффектный вид благодаря возможности полного покрытия флакона рисунков даже на краях делает его настоящей жемчужиной на магазинной полке. Таиландский производитель упаковки Sunrise совместно с компанией S-Pack создали первый совместный проект – двойной вакуумный диспенсер с двумя отдельными контейнерами и дозаторами. На данный момент доступны объемы 15 и 30 мл, то есть 2 раза по 7,5 и 2 раза по 15 мл. Uberwood – это название последнего достижения компании Evolt, линия для ухода за кожей и волосами, которая обеспечивает полную защиту волос и кожи головы с помощью древней силы сосны. Компания подчеркивает натуральность и естественность не только самого продукта, но и упаковки. Линия выпущена в тубе из опилок компании Neopak. Туба в 25% состоит из опилок дерева, но также и пахнет деревом. Сайт TheDylan.com опубликовал 100 лучших дизайнов упаковки 2016. Я вам предлагаю посмотреть несколько примеров и оцените сами, согласны ли вы с их версией лучших дизайнов 2016. Если у вас есть пример упаковки, которая заслуживает оказаться в списке лучших дизайнов этого года, присылайте фотографию на наш адрес info@upak.tv.